Фетисов и Хасатонов снова вышли вместе на лед. Легендарные спортсмены открыли в Петербурге новый сезон ночной хоккейной лиги. Товарищеский матч между сборной любителей и ветеранами СКА прошел в Ледовом дворце. За армейцев, помимо Алексея Хасатонова, сыграл Валерий Каменский, вице-президент клуба Роман Ротенберг и другие. За любителей президент КХЛ Александр Медведев и целое звено девушек. Не всегда хорошие, красивые идеи реализуются, тем более так быстро. А здесь вот не просто то, что там наверху помогли, а то, что это движение снизу, потому что у нас уже в стране, ну, пока не миллионы, но сотни тысяч людей разного возраста, юноши, девушки, как вы видели, пенсионеры даже играют. И это отражает любовь в России к хоккею. Российская любительская хоккейная лига была создана в январе этого года по инициативе ветеранов отечественного хоккея и Владимира Путина. Позже ее переименовали в ночную хоккейную лигу. Среди участников уникального чемпионата те, кому за 40, и те, кто никогда не был профессиональным спортсменом.